Добрый день! Сегодня мы с вами будем испытывать газонокосилку. Вот, приобрел газонокосилку. Ну, правда, коробочки красивые, но на коробочке характеристик особых нету. Здесь вот мощность ее 1100 и ширина захвата 32 сантиметра. Гардена название. Ну, посмотрим, что внутри. Думаю, будет неплохая. Взяли электрическую газонокосилку из расчета, что ей проще пользоваться. Ну, и под стоимость она значительно дешевле, чем бензиновая. Так вот, аккуратно она здесь упакована. Все здесь симпатично. Здесь винты какие-то. Ну ладно, сейчас разберемся. Вытащим, посмотрим. А вот штанга идет. Так, еще одна штанга. Посмотрим. Упакована. Я первый раз встречаюсь с газонокосилкой. И потому будут определенные затруднения, наверное. А может быть и нормально будет. Посмотрим, как она стоит. По весу так. Ну, по весу я скажу, что не очень тяжелая. Не очень тяжелая так. Килограмм 6-7 будет. Инструкция очень значительная. Попробуем сначала собрать без инструкции. Что у нас получится. Так, оп, аккуратно. Это так, это так, это так. Ага. Это так, это так, это так. Это так. Это непонятно для чего. Сейчас посмотрим. Ага. Это коробка. Это коробка. Так, посмотрим. Здесь ход. Здесь вот, так, здесь, по всей видимости, да, это включать, выключать. Посмотрим. А здесь ручка для удобства. Здесь все понятно, непонятно только для чего вот эта штука. Так, так, посмотрим, ага, это коробка для сбора травы, для сбора травы. Она будет, а, так, она будет сюда, да-да-да. Так, это будет сюда подцепляться. Посмотрим. Так, сделаем маленький перерыв. Я сейчас посмотрю инструкцию, чтобы не перепутать ничего. А дальше посмотрим. Закончили сборку газонокосилки. Ну, здесь, в принципе, здесь очень просто. Здесь, видите, две штанги. На них устанавливается ручка. Вот они здесь на обычный саморез закручиваются. Вот, мы уже затянули. И здесь два винта закрутили. Здесь немножко пришлось повозиться с травосборником. Он состоит из двух частей, вот две части. Они в зацепы идут. Здесь ручка. И вот, вот видите, вот так он снимается и одевается. Вот все собрали, одели. Ну что, самое время приступить к испытанию. Ну здесь вот устройство газонокосилки совсем простое. Вот если посмотреть, вот видите, здесь ножи металлические. Это говорит о том, что желательно работать по хорошим газонам, чтобы не было камней. Ну, здесь вот маленькое место есть, более-менее нормальное. И на нем мы испытаем. Приступим к испытанию. Ну, и, как я говорил, по весу он не такой тяжелый. Не такой тяжелый. Посмотрим, как на ходу. Поехали. Вот гудит хорошо. Не очень. Надо приловчиться еще к нему. Ну вот, стрижка очень хорошо получается, но дорога, конечно, для газона еще далеко не тянет. Но сейчас еще нужно сказать, что трава очень высокая трава. Ну, здесь вот два фактора, высокая трава, ну и неровный сам газон. Постепенно это мы все устраним.
надо приловчиться тоже. Вот видите, сейчас уже немножко повеселее пошло. Надо приловчиться к нему еще. Но здесь вот, что хорошо, трава все сюда собирается. И эту траву можно использовать уже под деревья, под кусты прокладывать. Ну что, посмотрим, чего накосили. Посмотрим. Ну, о, травки. Видите, мелкая трава и травки достаточно много. Еще можно эту траву вот как раз использовать вот под деревья хорошо. Да, если брать газонокосилку только для этих целей. Видите, как хорошо получается. Вот, все. И под каждое дерево. Ну, подводим итоги. В целом газонокосилка, конечно, хорошая и легкая. Испытание, будем сказать, что она прошла, но удовлетворительно. Какие здесь недостатки? Во-первых, траву она любит покороче, по всей видимости. Очень высокая трава. Раз. Ну и нужно же сделать достаточно ровный газон. Ну, постепенно приловчимся, будем ей косить. А самое главное, что вот, видите, очень мелко рубит траву, и эта трава очень хорошо пойдет на огороде. Все, до новых встреч!